1 июня вейпы нельзя будет продавать дистанционно, а также на ярмарках через автоматы и посредством доставки. Исчезнут из открытой выкладки в торговых точках также кальяны и другие устройства, как это уже случилось с традиционными сигаретами. Показывать их будут только по запросу покупателя. С 1 июня прибавку к пенсии получат россияне, которому в мае исполнилось 80 лет. Размер социальной пенсии для такой категории россиян увеличится вдвое. Иными словами, к имеющейся пенсии им автоматически добавят чуть больше 7,5 тысяч рублей. Рассчитывать на повышение тем, кому уже исполнился 81 год, не стоит. Им эту сумму уже добавляли. Любители путешествий снова смогут получить биометрический загранпаспорт. В июне возобновляется прием заявления о выдаче документа с электронным носителем информации. Срок действия составит 10 лет. Напомним, в течение 4 месяцев была возможность подать заявление лишь на загранник сроком на 5 лет без биометрических данных. Также с 1 июня изменится график выплат на детей. Ранее регионы могли устанавливать свои сроки. Теперь Социальный фонд России будет переводить деньги в единые дни по всей стране. Новый график выглядит так. Единое детское пособие будет выплачиваться 3 числа каждого месяца. Выплаты из материнского капитала 5 числа каждого месяца. И пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет будет выплачиваться 8 числа каждого месяца. Дмитрий Дроздов, День с толком.